133 рубчика. Получите тетваль и распишитесь. Десятки не надо. Забери видок. Благодарствую. Тетя Валь, и когда вы уже себе карту оформите? Я таскаюсь в Липке ради вас. Да еще пара бабушек. Да ну ее карту. У нас в магазине то есть интернет, то нету. Наличные всегда лучше. Паш, а ты не думал как-нибудь встречу одноклассников устроить? Не думала, но идея мне нравится. Интересно узнать, кто как живет. Я бы организовала. Правда, у меня номеров ничьих нету. Через соцсети можно поискать. Ой, ценная мысль. Так и сделаю. Тетя Валя говорила, что ты Аню Замятину встретил. У нее сейчас та же фамилия? Она сейчас Потапова по мужу. Спасибо, Паша. Ее первую найду. Надо же с кого-то начинать.